борту турецких авиалиний. Сели, пристегнулись, выдали меню, каждому свое, в котором можно выбрать. Курица либо кебаб? Кебаб, наверное. Ну, вон виски, джин, водка и раки. Виска, джин, водка, найн. С правой стороны. Все открытые телевизоры, на которых можно увидеть цунами через Белгород. Потом груз в Люфганзу. Слушай, Люфганза не летает же на Васи, да? Да, приятненько то, что еще включено стоимость, в отличие от этого коста. Угу. Свининки здесь нету. Внизу написано, свинину не содержит. Нечего рюшек кушать. Спасибо, Германия, Мюнхен. До свидания.